Скажите, а в чем проблема вообще вот изначально? В ремонте. В ремонте? Да. То есть недостаточное финансирование или что? Да. Ну а подробнее можно что-то сказать, нет? Нет. Вопрос такой еще. Вот там они пишут якобы, что лекарственные препараты использовались. Не использовались или не лежали на утилизацию. За это наказана главная медсестра, что своевременно их не утилизировала. Оренбургский областной и Новотроицкие суды приняли решение о наложении штрафа в размере 100 000 рублей на Кожвин-диспансер, и 20 000 придется заплатить главной медсестре.